После Североказахстанской области президент ознакомился с ситуацией в Костанайской области. Касым-Жомарт Токаев совершил облет подтопленных территорий. На встрече с пострадавшими от паводков глава государства подчеркнул, что всем будет оказана необходимая помощь в полном объеме. Для тех, чьи дома признают негодными, будут построены новые. Президент поручил правительству в течение лета и осени развернуть масштабное строительство и полностью ликвидировать последствия бедствия. Кроме того, глава государства заявил, что за каждым регионом будут закреплены крупные предприниматели страны для оказания помощи. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех за гражданскую активность и неравнодушие. Единство народа ярко проявляется именно в такое сложное время. Мы должны всей страной вместе преодолеть эти трудности. Вопрос пострадавших всегда будет во главе угла. Ни один человек не останется без помощи. В ходе встречи президент также сообщил, что отменит отстрел сайгаков. По данным Акимата данной области, больше всего от наводнения пострадали 11 населенных пунктов. Размыты 4 моста, 7 участков дорог, повреждено 1414 опор линии электропередач. В результате возникли временные проблемы с транспортным сообщением между Костанаем и южными районами области, а также с электроснабжением 13 населенных пунктов. Кумар Аксакалов доложил, что благодаря мероприятиям по укреплению дамб удалось не допустить подтопления города Тобыл, центра Амангельдинского района и других населенных пунктов.